Можно вот релогнуться перед сервером? Давай. Один, да. Можем эфир дали. Так, у нас 6 хилов. Утербол еще я. Кто ставьте шкаф, кушайте рыбу. Дайте мамонта, плиз. Сколько мы уже времени? 2 часа где-то? Чуть больше, банка уже вторая слезла. Спасибо. Сейчас на Макс? Да, кидай на Макс. Ралли, китикет. Оденьте лапу, пожалуйста. Китикет, ралли. Бля, эти фаски там заканчиваются. Макгрегор. А, да, да. Все, давайте, заходим. Все готовы. Так, это анбаф, так что мы ничего не стакаем, даже на первой фазе, мало хп. У кого стоит фрост резист? Ты знаешь, как отдавать мастера? Да, на третий. Если там будет проблема с глыбами и стаки накопит рейд, тогда наш. Притяжка, смотрим. Притянула. Беги, малышка, беги! Так, смотрим. Все живы. Ну, хила освобождена. Дот эти синдро сейчас взлетит. Так, метки вперед выносим, дистанцию держим. Дистанцию держите. Так, спрятались. Слева падает. Побежали. Метку, за которую стоим, не бить. Слева падает. На 200к подбивайте без дот. Крайне слева подбивайте, там 370 тысяч.
кружочек немного подбить. Стоп эти центральные глыбы. Там 140 тысяч стоп по ним. 108. Сливайте справа метку, там 200 тысяч. Справа и слева 150 тысяч. Так, сейчас притяжка будет 10 секунд. Миники, за обморожение следим, бро, у тебя 8 стаков, я тебя не захилю, сдохнешь. Мне приходится жать чешку и прожимать природную стремительность. И хила освобожденной магии. Никто ничего не стакает и не убирает освобожденной магии. Кстати, давайте рост. Бля, зачем я дал рост? Слышь, пацаны, не пострел таймер. Не, нормально, все правильно. Нормально? Вот спул давать вообще. Не, спула не, там не времени не мало. Спула времени не мало. Если упаду, не поднимайте, у меня чуть лагает очень. Вперед метки. Так, блин, мы просрали 17 секунд роста. Так, справа падает. У всех лагает? Да, да, подлагиваю. Самое время полагать на взлетке, там же падает. Метку не бить, за которой стоим. Слева далеко падает, оббегаем быстро. Оббежали. Никто не умер, отлично. Слева падает. Слева падает, отбежали. Три зеди. Сливайте метки. Сливайте метки. Поблизко. Я вообще завис. Людотипка, давай один на отхил. Все, не давай. Так, все. Главное сейчас просто носить метку вперед к боссу. На границу с фреймом. И все. Все метки под босса. Ставим звездочки. Если кто-то лагает с меткой в рейде, отбегаем от него. А, ну да, до фазы еще, блядь, 5 лямов. Давайте бейте, это притяжка будет. Отбежали. У меня остался гимн, если что. Хорошо. Так, это что, третья взлетка будет? Да, надо сразу после второй давать, похуй. Похуй рост. Так, сейчас дот идти. Сейчас будет взлетка. Сколько там должно быть процентов? 35. А сейчас сколько? 36. Да. Так, метки вперед, Макси, наноси метку. Немножко не хватило нам. По центру падает. Не бейте метку, за которую стоим. Слева 400 тысяч. Справа падает. По центру 450 тысяч, справа 400 тысяч. Убивайте их пока. Слева падает. Оббежали. Метки справа подбиваем. Не бейте метку слева, там 85 тысяч осталось. Бежали, по центру падает. Сливаем метки. И боссы сольем метки, потом переводим сразу. Стали звездочку. Звезду. Сторожила под босса милики в РДД зону. Отошли. Милики отошли. Рали. Сливаем метку. Слишком далеко занес во фрейм. Не делай так больше. Никто так не делает. Колесилась двое подвоса. Милики отошли. Притяжка не бьем. Не бить метку, ждем. Стоим на дистанции от босса. Сливайте метку. Следующий подбосса. Айоши, давай подбосса. Милики отошли.
Сливаем метку. Сэдли, не оббегай так, зачем ты? Ты тратишь просто время. В повороте, выноси метку, вперед, милики отошли. Сливаем метку. Давай, Ройл, под босса. Милики отошли. Сливаем метку. Давай под боссом, минуты, милики отошли, милики отошли. Не, метку не бить, сейчас притяжка будет, метку не сливать. Беги, малышка, беги! Сливаем метку. Давай, сторожила под босса. Три хила освобожденная магия. 4. Ничего не стакаем вообще. Сливайте метку. Тут утипка. Гимн на хп. Альфонс под босса. Милики отошли. Сливайте метку. Джубанга. Давай гимн на хп. Айоши под босса. 4 хила, 5 освобожденка. Так, метку слить. Босса под босса. А я еще давай Сакуру. Милики отошли перед зону. Метку не бить, притяжка будет. Не бить метку, притяжка. Давай под босса. Милики отошли в РТД-зону. Так, следующий выносим вправо. 3 хила. 1 хил только с освобожденной магией. Следующий вправо. Китикет выноси вправо. Ничего страшного. Есть сакра у тебя? Я давал. Некис, прожми мастер аур сейчас. Сэдли, прожми. Прожми сакру. Следующий под босса несем. Манелтер под босса, прожмись. Под босса. Где это? Охуенно, блядь. Да так играть. Не, ну это круто, что так, но... Был бы вайб, если бы там было 3 ляма, например. Да, сэр. Сбейте, друзья. Ну, это... Клык, клык. Часы. Ладно, сейчас. Сегодня дебильный лут. Защитник кому-то надо. Так. Айрелла сейчас иду обратно. Че, покурим там? 5. Да ты кто? Какой класс? Погоди. Альпич? Нет, тип. Ну давайте я расскажу для вас. Бейте, будете бить кружок пыткой. Можешь отходить. Тут как раз школу даете, да? Бой вроде не замедляет их. Правильно. Олег. Дай луцера, пожалуйста, тут еще токен геровский лежит в сундуке. Ро, это вроде головокружение, а не лунное головокружение. Ну, я, может, ошибаюсь, но вроде так. Дай, пожалуйста, луцера. Макгрегору, МС Грегор. Давай. Сибоку.
Кстати, дайте пать. Забрал себе гер токен, сейчас отдам. А бычки нужны кому-нибудь? ДК, разбойник. Короче, тоже возьму. Это куда ты мне пятую пойти? Я сейчас на фоне. Отойду. Отошел минуту. Подожди, да, поставьте шкаф, надо сумнуть всех этих людей. Вроде ты тут еще? Шкаф стоит, шо ты? Ну давай, сумуй меня и остальных по сумму. Вкачал руку в эту лужу. Сколько тут времени на этом лече пойдет? Час, два? Минут 15 минут, если убьем. Пару минут. Пару минут отойду. Че, пока в канеска минут? Сюда отдаешь, тоже отойду минуту. Если вы будете отходить на 10 минут, то я придется вас заменять. На сколько мы с РК примерно начали бить, кого-нибудь есть информация? Бай, ребят, ну чё, вообще мажорики, да? Нужен кому-нибудь, покорителя? Хочешь паролить или что? Нет, дать кому надо. Два штуки. Давай. Правильно, мы же в этот анбаф пошли за обычными токенами. Да, да. Это не жигалды. Кровать тебя освещу, нахрен.
Дудутипка, я крикну тебя. Мы ждем. Че, Макгрегор, сколько осколков собрал? 5 штук. Ну там еще тухлопу. Короче, в сурке лежал осколок. Вот, а мы его давно били, 10 лет назад. Ну еще, короче, это сундук, тухлоп... потому что они босс, не труп. А-а-а. Ну, короче, в этом лежал. Гниломорде или тухлопузе. Да, в тухлопузе вот сейчас. Проверю потом. Кто-то скажет, что мы ждем? Ну, Олега ж, наверное. Кто-то отошел там. Поближе чекнуть сложно. Ты релогнись, короче, чтобы фласка не тикала, ну тебе скажем. Ну там 2 часа фласка. Я так сказал, что вы дуплили спрещ. Фласочки, фласочки. Фласочки, фласочки. Вап-тюряп. Та-та-та-та-та-та-рам. Пам-парам. Ду-ду-ду-ду-ду. Типка. Депутат. Слышно? Да. Так, отходите уже. Дудутипка. Дудутипка, Fresh Blood. Заходите в игру. Так, расскажу, что делать. У нас будет много валь. 5 волн, скорее всего. По станам. Первую волну. Нейкист. Кружок. Ромбик Фрешблад, Седли Трусы. Третья волна, ой, третья, вторая волна Валик. Кружочек Лень, Айочи Ромбик, Трусы. Так, Трусы. Хайли Селаси, ты сможешь подойти к Вальке, в мишке застанете ее? Плюсик поставь, если можешь. Хорошо, тогда ты станешь Трусы. Все. На третьих валик станы откатываются у первых паладинов. То есть третьей валькой опять Нейкист. Второй Фрешблад, третий Сетли. Четвертая волна опять Лейн. Они могут пожертвовать. Че, пожертвовать? Пожертвовать 10% дамага, откачать и вкачать стан, чтобы всегда он был на вальках первых, вторых, третьих волн. Когда не понадобится, чтобы что-то станет, тогда на каждую вальку будет стан. 20 секунд. Ладно, это несущественно. Четвертая волна опять Лень, первый кружок. Айоши Ромпик, второй. Хайли Селаси, Триси Трусы. Это 4 волны. Ну, на пятой волне там уже опять паладины, Нейкис, Фрешбул, Седли. Если кого-то хватает, кого-то паладина, Вальку там или Рогу, кто станет, уже будем по ситуации смотреть и буду говорить, кому что станет. И реагируйте, пожалуйста, быстрее, когда я спрашиваю, есть ли стан у тебя. Плюсик, минус, там, чат. Так, Поворотти. Ты даешь проклятие все время на Лича.
потом на переходках на первого духа, которого бьем. Все, твоя задача. Потом кинешь СС на Войда, как начнется вторая фаза. Так, гимн и БР по команде. Стоим все время в звездочке на вторых вальках. И все. ДК разливает лужу. Энг ставит тотемы. Хант каток. Давайте перестоп распределим, кто какие вальки будет бить. Давай, Дудутипка, Джубанга, кружок. Альпич, Менелтер, Ромб, я, трусы. Все, как-то так. Если я говорю бить о какую-то определенную вальку, вы ее бьете. Поставьте шкаф. Никаких масс АУЕ станов. Никаких выпрыгиваний из соскверней. Только выходить. Проходит по луже. Она вообще не растет, потому что щит абсорбит урон. Вот. А золотая это кто? Как бы что там мутится? Иначе уже. Какой-то шпион. Ладно. Золотая, ты... Ну, если тебе надо чего, ты прими ДКД. Логайся. Так. Будет с пула? Как лучше, с пула или нет? Как в тот раз был. Лучше, да. Ну, во-вторых, там на второй фазе не важно. Там не ДПС играет роль, а тактика, чтобы все в одной меточке стояли, замедляли валик. Заходи, заходи, вот. Так, черепом будет, ой, квадратом в мелизоне будет Райлер. Стоим в квадрате. Кто может подиспелить чему? Джейлис, например. Джубанга, напиши об этом РК. А, нет, подожди, ты же ролил плащ. Уже не можешь, не пойму, на другого персонажа кидать. Все. Альфонс, ты тут? Да, я здесь. Все, я запускаю. Тогда рост пула. Ману заливайте только, пожалуйста. Давайте, тогда так. В конце первой фазы мизантроп, Трисси, Иннер и Васамбу. Там пока дай. Я все скажу про гимны. Слушайте просто внимательно, и все будет хорошо. Вары, крик на хп обновите. Стали звездочку правее. Смотрим. Бурдалаки. Ловушка на РДД. Перебежали к звезду. Давайте рост. Менелтер чума. Сейчас еще одна будет ловушка, смотрим. Милики, ловушка, перебежали, РДД тоже немного сместились. Звездочка, выйдет чума. Звезду встали, ни лево, ни право, подальше. Правее встали в звезду. Сейчас будет ловушка. РДД перебежали в звездочку. Чума, 4 секунды, смотрим. Встали в квадратик. Квадрат встали. Васаб, выноси метку. Так, смотрим дальше. Ловушка сейчас будет. РДД перебежали. Звезду встали. 13% до переходки еще. 5 секунд ловушка.
Так, смотрим, второй шаркающий, забирай, РДД перебежали, чума, 5 секунд, смотрим. Встали в звездочку, подальше от трэша, некис, чума, ловушка, 5 секунд, смотрим. Урдалаки. РДД, ловушка, перебежали, встали в череп. Чума, еще рано, сейчас будет ловушка, 5 секунд. Встали в звездочку. Эти ловушка отбежали. Походу забагался дон. А еще выноси чуму. Диспель уже, диспель. Встали в звезду, РДД. Встали в звезду. Сейчас будет ловушка, смотрим. Мелики ловушка. Все на край. Давайте, все на край. А, протопал умер. Да не, падаем. Шаркаря много хп. Давайте пойдем. Слишком сложно. Шаркал как персой и листа. Это ошибка. Что надо делать протопалу в таком случае? Ну, стандарт. Либо БЗ прожимать. Десель, это БЗ прожимал. Приятного аппетита. О. Спасибо тебе. Ханты, конечно, у нас классные. В одного по шаркарю град стрял, в одного по шаркарю укус змеи. Ни в одного усмиряющего выстрела нет. Промазал. Топовые ханты в топовой гильдии. Да, Мирилин? Как там градом стрел лупится по шаркарю? Отлично лупится, когда уже вайп команды диспелить не было. Я говорю, что за все 3 минуты у тебя усмиряющего тупо ноль. Команды, говорю, диспелить не было. Я слушаю Рэл, в отличие от некоторых, когда говорят бить по метке, а ты лупишь трэш масухами. Рэл, Джерри, я ожидал такой ответ. Джерри, как же ты... Мерин, диспели смирение. Не надо здесь команды ждать. Тухан должен диспелить. КД. Хорошо, диспели по КД. Джерина трагедия просто. Вечная жизнь. Хватит уже. Че, Димон не прав, что ли? Ну, прав, но не так отзываться о людях. Валька рест. Ну, давайте убьем Вальку. А, нет, не надо, не убиваем. Там один человек только. Блин, зачем ждать команды Ирелла про диспел с смиряющим выстрелом? Вот это я не понимаю. Тут вы понимаете, надо один убивать. Потому что я нечего было сказать. Ну, я на анбафе ни разу не была. В обычных герах танк всегда прижимался, вроде выживал. Сейчас по диспелю не вопрос. Можно символ поставить, да, гнев небес, и под все их эти, под все их рагу все время его встаньте. Во-первых, мы на анбафе, там первый шаг еще даже должен умирать. Должен умирать, просто я не знаю, чем живой был. Отбивайте шкаф. Кушайте рыбу.
Давайте бафы. Тогда давай, Неки, сдаешь первую каплю по команде. Через 12 секунд фреш блуд. Мерлин, ты где? Сумайте, пожалуйста, я донны включила. Все? У всех бафы есть? Дайте кулак по ханту еще. Кстати, у нас два ханта. Снимайтесь. Я говорил, что два ханта и типа ноль. Просто не помогают протоколы. Если бы я бы понял, если бы ханты были в топе по ДПС, я бы ничего не говорил, но они там где-то в жопе и не помогают протопалу, это не поможет. 12-15 место. Жесть. Альфонс, ты тут? Все запускаю. Все очень плохо. Вы не выжимаете максимум из класса, поэтому мы тут страдаем из-за вас. Быструю смерть, а более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь. Все престы тупо с 10 по 14 место заняли по ДПС. Твои отчаянные. Альфонс хуячит мором по всему. 50%. Да как мне дота обновит плечи? И ничего не Рекус сказал. Давайте звездочку. Да, не трать на лужу с эти символы руны. Можешь давать? Да, давай. Забыл. Мелики ловушка. РДД в звезду сместились. Звездочку встали. Чума 3 секунды. Вы там успеете вынести, а я еще встань в звезду. Алиси Ласи. Забегай быстрее. РДД перебежали. Смотрим дальше. Ловушка 2 секунды. Внимательно. Мелики ловушка. Отбежали. Чума 2 секунды. Васап чума. Диспел его. Мелики ловушка. РДД двигаемся с ними. Встали в звезду, сначала ловушка будет. Если на РДД кинется, будет хорошо. Так, шарк еще второй, забирай. Ловушка на РДД. РДД ловушка перебежали. Встали в звездочку. Чума 1 секунда. Китикет выноси. Диспел. Ого. Забери с РДД мелкий, потому что мага сейчас убьет. Мелики ловушка перебежали. Встали в звездочку. Ловушка 3 секунды. Так, Нейкис, давай каплю. Давай каплю. Чума 3 секунды. РДД перебежали. Смотрим чуму. Макгрегор выноси. Диспел его. Чума на трэше. Забери чуму на трэше. Быстро. Быстрее чуму на трэше забирай. Фрешблад, давай каплю на протопала и все на край. 1% до переходки. Мелики, давайте, пошли, забили на ДПС. Забили на ДПС. Какой еще третий? Алло, алло, алло. Заберите. Заби...
Забирай Трес чумой. Звезда, звезду забери, звезду. Джейлис, выноси чуму к протопалу. Забирай, забирай. Забери трэш. Забери еще раз, Фонс. Ёб твою мать, забери три стака. Забери его. Трэш. Забери, пожалуйста. Не, короче, заходим, заходим, уже надоело это. Не, там есть чума, там есть чума, там есть чума. Да нет, заходим уже. Сет, ты что с тобой такое? Так, нам не хватает ДПСа, да? Выходит третий. Блять, я всю первую базу стоял и хитил мага. Два бурдалака на маге висели. Сет. Дэдли, ты тут? Че ты не забрал мобов? Ты видишь? Что ты вообще перед экраном видишь? Там же ничего сложного нет. Куда ты его тратишь? Вот. Давайте варик убьем. Я на седьмом месте, потому что у меня тотем бьет массу. Я кольцо юзаю. Давайте звезду играем. Грегор, подожди, стоп, не агрите. Танка нету. А, все, пролетело. Нет, все, не, короче, не агрите, танка нету. Когда надо, все, никто не агрит. Да не надо, идем уже. Ладно, немного не повезло. Может сейчас удача прокнет и все будет хорошо. Кушайте рыбу. Так, 13 минут наличия уже. Кресты разбока. Чек на пул. Нам с Герой не хватает дамага, жесть. Да. Но... Проблема в том, что у нас валик никому убить. Два курика только. Сейчас посмотрим. Если будет плохо, посмотрим, что будем дальше делать. Я запускаю. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Ну, пожалуйста, дайте Геру на проках. Это уже второй трой, где Гера не на проках. Что-то забываюсь с Герой. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ладно, ладно, сейчас. Ты будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Вот, прекрати флудить. Иные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Видел финал. Не могу допустить, чтобы ты
Мелики ловушка. На ДД немного двинулись. Чума 2 секунды. 2, 1. Гутер был чума. С него диспелим. Мелики ловушка. На ДД тоже двигаемся. Ловушка 2 секунды. Мелики ловушка, РДД тоже двигаемся. Чума 4 секунды. Лен, чума, мелики опять звездочку. Диспел. Ловушка 2 секунды. Мелики ловушка. РДД звездочку. Седли, стан по шаркарю. Так, ловушка на РДД перебежали, чума 3 секунды, смотрим. Второй шаркающий, чума 1 секунда. Встали в звезду, фрешблат уноси. 10% еще. Так, РДД перебежали. Нейки, сдавай каплю на Седли. Мелики ловушка, внимательно перебежали, отбежали. Чума 1 секунда, смотрим. Айоши выноси, фрешблот давай каплю на Седли. Давайте больше дамаги, 2% 10 секунды шаркаря. РДД перебежали. Быстрее, 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 быстрее. Седли диспель. Все на край. Дудутипку по гимноману, ставь тотем прилива, РДД на рейндж, встали все. Мелких сводите под духа, на духа давай этот, к проклятию. С Ройлда забирайте мобов, играйте точечно в кружок. С косты можно сбивать уже. Так, следующий дух. Все, в следующего духа сыграли. Если у первого духа 500к, переключайте следующего. Дистанцию набрали. Чубан, Гальпич, Алиси Ласи. Урон дополнительно получает. За сверками следим. Все, играйте во второго духа. Кружочек. Седли, ведешь параллельно духа рейду, чтобы он-то главное не дышал в рейд. Шары помогите сбить. На шары не бежать. Становимся сейчас звезду. Макси, поднимай Макгрегора. Встали в звездочку. Все в звезду встали. Бьем духа. Все, давайте теперь вальки. Я в кружке. Я в трусах. Бейте. Бейте через трусы. Седли застань. Ну а Йоши, стань трусы, короче. Седли не стань. Осквернение вышли с центра. Вот Найт. Давайте через трусы играем. 200к по трусам еще. Ромбик еще. Иди к нему в мирезону. Давай. Добиваем гневного. Гневного все, добиваем. Все, отворачивай его. Так, становимся опять в звездочку. Лени, Айоши, Хали Селаси станем. Осквернение выносим к порталу. У меня 10 секунд, я станем. Все, вышли, вышли. Осквернение мизантроп. Давай Сакру. Хуёво вынес. Кружок играем. Нет, падаем. Тормоз. Встаем.
хочу ничего сказать, но... Грегор, от чего упал? Не знаю. Это я сорвал агрос духа. Ну, я не уверен, что за это ГП надо давать было. Скачиваем одну Омена. Смотрим за агро. Вань, да. Стой, Рейл, стой. Ну, можете, когда идет три вальки и осквернение одновременно, выносить его влево от вальки или вправо, а не перед ними. Сначала 2 секунды поставить, а потом выносить. Нет, это нормально. Соответствует рейду анбафа. Со ступа из одного действия мы потратили 10 минут. Сейчас все заново делаем. Вальки не сагрите. В пласка надо доить школу. Обратили внимание, EPX4 за анбаф, а GPX5. Сейчас. Да, врывался мизантроп на... Что-то там уже не врывается. Заметьте, мы первый валик спокойно залили. Без роста. То есть... При том, что я еще в вальке был. Да, я заметил, что думал, еще вар в вальке, я в вальке, ну... Думал, будет плохо. Блин. А, оказывается, нормально. Пусть остается всегда по секунде до шаркаря, может, два ханта поднажмут, там, подлечу, 1.4, вот бог. Это не уровень ханта 6.5. Я знаю, про что я говорю. Вы что, давайте... Дрочите, ребят? Смотрите, сейчас опять вылезет третий шар. Я меняю людей, у которых самый низкий ДПС. Это кто у нас? Да. Просто посмотри, даже рога 6.2 бьет больше хантов, у которых 6.5. И охотник, ну, намного лучше ему бить с ренджа по 1.4 в обоих. Охотники 6.5. Я не знаю, что вы делаете сейчас. Это понятно. Так. Макгрегор тут? Манить, пожалуйста. Давайте шкаф. Ты ступал, проблема только в переводе первой фазы и выноси нормально осквернение. Все. Марки и так заливаются, даже можно сказать, с таким ДПС. Ну давайте фулл баф. Повороте. Все готовы, запускаю. Нету так бы, но... У меня есть, давайте дам. Где вообще? Лимарочку сказал, там даже энг больше по лечу набил, чем ханты. Это вообще надо задуматься. Да, после этого драйв. Кидай мне обмен. Я тебя даже не вижу. То где ты шли? Бля, ну конечно, Анис, то где ты? Ты вижу. Всё, давай. 20 апа на 2 минуты. Слышно, 4 стало, типа, третий шаркар вылазит, у них по 6.5, по 1.4 по мячу. Не знаю, как-то поможет надо.
просто не знаю. Милики, ловушка. Шаркарь вылазит, смотри. Так, звезды устали, чума 2 секунды. Желез. Милики, ловушка. Ловушка 3 секунды. Перебежали ряды. Чума 3 секунды. 1, 2. Стекает чума. РДД перебежали. Второй шаркающий. Ловушка 2 секунды. Милики, ловушка. Чума 3 секунды. Чума, сейвли, нормально. Ловушка 5 секунд. РДД перебежали. И на рыло сабу заливаем. Дали звезду. Сэдли, прожми сейчас, когда будет красный этот моб. Ловушка 3 секунды. Чума 3 секунды. РДД перебежали. Чума, смотрим. Дали, выноси. Ловушка 5 секунд, потом все на край. 2, 1. Некис, давай каплю, перебежали. РДД перебежали. Все, все на край. Давай Сакру. Поюгим над хила. Все, продал. Так, играем в это. Двутипка плагин на ману. Играем в кружочек. Дистанцию набрали. Джубанга, Повороти, Мерилин, Менелтер, Мизантроп. Крэшблад. Метка. Дух. Бьем второго духа. Шары. Почти убил рейд. Два охотника. Не давайте тебе повод. Когда я шипы, должны бить шипы. Когда я хан, должны бить ханты. Нормально. Шипы и ханты бьют сферы. Все правильно. Все бейте от следующего духа. Я бы накинул и приставный маг. Сын, короче, РПД, ГП. Смотрите сами. Шары, помогайте бить. Второй шар еще. Сэдди, не видит. Веди только. Короче, не веди его под босса сейчас. Встали в звездочку. Звезду встали все. РДД, бейте духа пока. Так, первая валька. Кружочек играем. Через кружок сыграли, с центра все вышли. Станы раздали. Центра все вышли. Мизантроп. Играем через ромб. 200к в ромб еще. Трусы. Все, в лича сыграли, все в центр. Дух еще жив? Да. Скажите. Давайте в звездочку становимся. Не так, вот так. Как и раньше, вставали на первых вальках. Так, первую, на первых вальках сбегаемся вправо, осквернение влево. Так, вышли с центра. Давай Сакру. Ромб сыграли. Кто-то затанил АУЕшкой. Какой-то петушок, блядь. Все, давайте трусы. Все в трусы. Стан... Сэдли, стань трусы. Застаньте трусы. Осквернение сейчас будет. Вышли с центра все. После осквернения под босса идем. Это заражение, потом осквернение. Смотрим. Сместились к звезде все. Макгрегор, осквернение в звезду быстрее. Захиливайте миликов.
Паладины сейчас должны станить валить. Все в звезду быстро. Быстро, быстрее, быстрее. Так, давайте через кружок играем. Через ромб играем. Все через ромб. Так, у кого есть станы, плюсики потом. С центра все вышли, скринение 3 секунды. Есть там. Набрали рейндж, набрали рейндж. А с центра все вышли, скринение седли. Все, все опять в звездочку. Так, седли, станешь кружок, Али Селаси, ромб, а Йоши трусы. Стали в звездочку. Сейчас будут вальки. Кучнее встаньте. Смотрим. Вальки сейчас раскинутся и будет осквернение. Под, перед вальками не стоят. Вальки с осквернением. Неки, стань ромб. Через ромб играем. Трусы ромб. Через трусы играем. Застаньте трусы. Все в трусы. Трусы, в трусы играем. Быстрее, в трусы. Станьте трусы. И ромб. Кто улетел? Есть. Давайте все. Сначала будет осквернение 7 секунд. После осквернения все в центр, потому что вальки сразу будут. С центра пока вышли. Осквернение 1 секунда лень. Отлично, супер, красава. Встали в звездочку. В звезду встали. У кого еще есть станы? Есть стан. Стань кружок. Кружок хорошо. А я тоже схватил. Блять. Играйте через кружок. Надо все вальки слить. Войт, войт. Все. Все, падаем. Два хила схватил. Я просила прожиматься. Я хилила, но это мало было. Слава же должен сам понимать. Как не повезло. Видел, протопало, схватил Иршама, хулипало. Ничего, нам не хватает ДПС, еще 10% у Лича, это была пятая волна валь, шестая волна валь, даже если бы мы перевели, мы бы упали, так что не страшно. Так что надо смотреть всех, кто ниже 10-го, нет, даже 12-го места, ну кроме Рыва и меня, потому что дела не будет. Это мой совет, чтобы не трахаться тут еще лишние 2 часа, а ты уже поступай как хочешь. Я предлагаю взять варенька. Там может, смотри, козырь может на рогу зайти. Мне чего не нужна, я лени, допустим, уступлю. И варенька взять рейтейком. Ну, вместо лени, чтоб был. Я сам лень кошем скинул, вернее. Не, ну я не спорю, но просто ну ДПС он мало дает. Я говорил, он топовый чувак. Я давно Повороте. Заметил, что он там. Повороте. Он одет просто плохо. Ну, слабо одет еще. Говорили. Пизд, ничего уже. Блин, кого мне. Так, ну можно взять варенька локом просто вместо одного ханта. Вместо лени, что ли. Лень меньше всех дамажит. И Трисе тоже, и повороте. Он может зайти в ретрик. В ретрик он нормально, да, зачем он на сове? Иннер. Вы что не понимаете, какой жопу Иннер? Если у нас сейчас было 49, у нас было минус 1, и у нас бы сейчас была шестая волна вальп. Даже если бы мы перевели шестая волна вальп с берсой 15 минут, это вайп. Даже с Герой на третьей фазе. Еще раз повторюсь. Надо менять людей слабым ДПСом или не убьем. Стая волна валь, это вайп. Трися, заходи на ретрика. Прожблат на рогу, лень пока в Долоран. Там лень, просто офис, тебе ачивка надо, мне она не надо. Я вовремя. Да-да-да, мне тоже не надо. Присмотрим. Крашблад, правда, второй по дамагу. Да я думаю, он за рогу нормально даст. Так мог бы этот зайти тогда, как его? Трис его.
Алексей заходит. На Ругу или на Пала? На Пала. Так а чего он за Ругу не может зайти? Да я думаю, он Палом больше даст. Так, на фрешбата я кикаю. Заходи, фрешбат. Эти бафы. Так, первый вальки станет как Некист, кружок Трисия, ромб, Седли, трусы. А что станет? Ой, фрешблад, что бафал? Каску бафой. Так, давайте на вторых вальках кружок Бэтлрап станет. Трусы Айоши, Мизантроп, Ромбик. Мизантроп, ты умеешь станить медведи вальку? Ну да. Хорошо. Третьи вальки то же самое, все паладины станет, как говорил. Четвертые вальки опять Бэтлрап, Мизантроп, Айоши. Буду, короче, говорить. Армлейсер, это такой тени только, а, вижу. Можешь еще раз повторить мизантропа, что станет? Так, может еще взять фулового мага вместо кого-то. Вторую волну валик, ромбик. Китикет, офайся, возьму еще мага. Смотрю, у вас Мерлин выше ДПС. Ну, я могу уступить, если кому надо, мне ачивка не нужна. Я могу. Короче, как скажете. Короче, просто у тебя есть это ачива? У меня, да. Ну, тогда просто офнись, я мага возьму, больше дамажит. Ты мне понакинул задельно. Джей, это китикет вместо тебя офнулся. А, он уже офнулся. Ну, ты смотри, он офнулся. Ладно. Ну, я ему уступлю, если что. Так, давайте заново фулбафы. Чек на бафы. Все, сейчас ДПС должно быть больше. Ну, по идее, третьего шакера точно не будет. Давай. Лапу. Кстати, вальки, видите, хорошо вальки сливаются, кстати. Ни одной вальки. Что лоха два раза схопила?